Итак, всем привет, друзья, с вами снова Макс Брокин, и вы снова на стриме, посвященном виртуальной авиации. Мы с вами находимся сегодня в аэропорту Внуково, на стоянке, вернее, у гейта номер 13. Летим мы сегодня с вами экипажем, и за пилотирующего пилота у нас сегодня выступает Алексей Йофи. В принципе, мы с вами летим сегодня в Геленджик. Маршрут у нас будет протекать по вот такой вот схеме. Сейчас я вам покажу. Эй, эй, эй. Да вроде все пошло. Расслабьтесь. Трансляция не грузит. Ну-ка, сейчас проверим. Ну вон, пошло. Ну что вы мне говорите? Что за вопли, что за крики опять? Вон все идет, не гоните. Все нормально. Так, значит, мы с вами находимся сейчас в аэропорту Внуково, как я уже сказал, на 13-м гейте. Полетим мы сегодня в таком... По такому изогнутому маршруту летим мы в Геленджик. В Геленджике сегодня погода очень интересная, все затянуто тучами, вообще все очень-очень-очень круто. Заходить, возможно, будем по минимуму. Вот, я, как видите, сижу на месте второго пилота, я сегодня не пилотирующий пилот, я сегодня трындящий пилот, а Алексей у нас сидит сегодня слева, и, собственно говоря, весь полет будет... проходить на его крепких, мускулистых руках. Алексей, поприветствуй зрителей. Так, господа, добрый день. Я тут что, внешний осмотр провожу. Еще зайцев. Зайцев вроде нет. Телетрап, к сожалению, не работает. Малек у нас имени. Да, телетрап у нас... Сергей, я так понимаю, да? Да, главного конструктора. Алексей сегодня также летит в ливрее Broken Airlines. Друзья, вы можете перейти на новый канал Алексея. Йофи, я думаю, что вы его все прекрасно знаете. Там под влиянием определенных причин он сменил сейчас канал. Кто-нибудь, скиньте, пожалуйста, ссылочку. Мои говорят, что сделать тебя погромче надо, Лех. Надо. Сейчас я попробую. Ну, попробуй погромче, потому что тебя вроде нормально слышно. Счастливо, Рашид. К сожалению, да, вот так вот. Такова специфика совместных полетов. Женя пропал, видимо, сдал на VPL, говорят. Друзья, я себя сейчас сделал потише. Алексей, по идее, должен быть у вас... должен быть немножечко по... Ты можешь звук воспроизведения в этом чуть выкрутить. ОБС погромче сделать. Уже по максимуму. Там нет, там еще можно задрать на 2, 3, 4. Там коэффициент есть потом в настройках. В настройках. Будешь настройки аудио. У тебя ОБС студия или обычная? ОБС обычный. Заходишь в настройки, аудио там есть. А, ну, микрофон можно усилить, а можно усилить приложение. Вот это слышно будет меня погромче, а в настройках винды убавить симулятор, чтобы он потише был. Ну, это так. Так, все, наружный осмотр у нас проведен. Ливрея на месте, самолет на месте. Телетрап, к сожалению, не подключается. Приветствую всех, ребят, и у Макса на канале. Я со всеми вроде поздоровался. Так, значит, я выполняю, соответственно, процедуру второго пилота, Алексей выполняет процедуру капитана. Друзья, мы с вами, я сразу скажу, сегодня на земле с чатом работаем довольно-таки мало, в воздухе с вами более подробно поговорим, вот, потому что летим экипажем, сами знаете, экипажем летать тяжелее, ответственности больше. Рядом слева-справа сидят люди, которые могут ругаться матом, если что, вот поэтому... Будем с вами так более внимательными. Поехали, наверное, да? Да. Все, процедуру, соответственно, я начинаю с оверхеда, как второй пилот. Мы с вами батарею в положение. Он колпачок, наверное, я не буду закрывать специально. Почему? Потому что колпачки здесь не синхронизированы. Ты закрой. Вот я закрыл. Ага, все, я тоже закрылся. Так, я, наверное, у себя тоже процедурку открою тогда, чтобы она у меня под рукой была. Сейчас я выполняю Electrical Power
up procedure. Соответственно, standby, standby, alternate flap switch. Перепроверяю с вами, что у нас здесь, соответственно, закрылки убраны в положение 0, электрогидравлик, памп switch мы с вами также выключаем. Феникс, привет, товарищ Сухов, добрый день. Бук нормальный, говорит Серега, здравствуй, чеширка, спасибо тебе нормально, спасибо огромное. За поддержку. Тут к нам присоединился ВАК Аэрофлот Норд. Из потише, сейчас из подделок тише. Макс отключил питание, включилось радио у меня. Он нам как бы особо не нужен, это просто чтобы слышать, что нам говорят. Летит, к сожалению, полеты в X-Plane, в WhatsApp совместным экипажем практически невозможно. Но подслушать диспо можно с помощью утилитки. Роджер Вилка называется. Спросил Макса, он отказа не забыл выключить, это мало ли что. Че у нас, кстати, с отказами фейлорис? Так они же здесь, по-моему, не реализованы. Да, ну, в плане того, что они случайным образом они не работают. Ну, у нас рейс Broken 18-20. Я давно на таких не летал. Летуну, привет. Не читает все, я пошел плакать. Да ладно, все читаем. Я конфиг на X взял на форуме xpilots.com. Прям тема называется Smart Copilot. Последний, какой там Макс эти скинул? 1.6, да, по-моему? 6.0. Да, 1.6.0. Вот пока самый стабильный, самый ровный. Так, я жду, пока Макс закончит свои процедуры. Мне надо будет проверить елочку. Тут народ уже заходит и здоровается. Всем 18-20, пацаны. Правильно, правильно. Здорово, Ник. Так, position. И запускаем с вами мы ВСУ. ВСУ? Да. Так, что тут у нас? Топливо. Low oil pressure. Полетим по бумажке, на самом деле. То есть сейчас в полет именно как садить самолет, как сажать самолет, точнее. Андрей, привет. Я привет. Говорю, привет, Диникс. Не уходи никуда. Все, я читаю. Так, ладно, касательно маршрута, летим мы сегодня, как же, сказал Макс, из Внуково в Геленджик. Внуково один из моих самых нелюбимых аэропортов. Почему? Потому что он... Да, ты с ума сойдешь, пока дорогишь. Геленджик я ни разу не летал, но тоже, я думаю, станет моим нелюбимым портом в связи с заходом. Спайхантер, так, привет, как думаешь, как поведет себя Prepar X-Plane на Intel Core i3-6300, 6100, 3.7, Asus 460, 8 гигов. На самом деле, Спайхантер, честно говоря, не знаю, как поведет. Ну, должен нормально, единственное, конечно... Я не знаю, RX 460, какой аналог этой NVIDIA-вской карты, да, потому что AMD-шка. Вот. Ну, дефолт, ты смотри, ты можешь поставить демо-версию X-Plane, она прекрасно скачается у них с сайта, и посмотреть. А припаром, ну, тут, собственно, дефолт поведет себя нормально, шустренько, а там дальше зависит от того, чем ты напихаешь его. Нормально ли работает профиль для смарт-копилота? Вот сейчас мы его узнаем, кстати. Москва-подход тоже не заканчивается работа. О, Москва-подход говорит, до свидания. Евгений, спорт за место не у туалета. Спасибо, родной, я тебе обещаю, у туалета ты точно сидеть не будешь, ты в первом классе. Там занято будет все. Там занято. Там все. Красавчик, разбил сегодня. Молодец, присаживайся и приятного просмотра. Так, ладно, ты, я так понимаю, там в процессе, да? Да, я тебе инициализирую MCDU, а ты уже когда вернешься, будешь ее заполнять. Я уже здесь. Так, все. Так, у тебя лампочки здесь. Проверь, все? Да, у меня елочка. Все горит. Все, все работает, елочка горит. Possibles, red switch on, сам визор нам не требуется, аудиоселектор панель у нас с тобой...
Вейк почему-то стоит. Вейк, это должно быть Вейчев. Так, хочу добавить. И включаем воздух от ВСУ. Так, кислород. А у него кислород, по-моему, не... А. Проверяется. Но он не так проверяется, там... Там долгая процедура, да. Такая очень сложная. Как меня бесит этот звук. Просто вот не могу я. Какой? Да, air condition, кстати. А-а-а. Хочешь выключить? Не-не-не, я звук просто выпилю. Air condition. Вот, все. Так, overhead. Все, стало сразу легко и хорошо. Так, я еще не понимаю, что место у туалета сам... А, они еще не понимают, что места у туалета самые лучшие. Кто тестил новую версию SkyMax? Я сегодня поставил, короче, и... Это ужасно. Я в ламинар все скинул скриншот. Вот, но это из-за Envir у меня так, скорее всего, ведет себя. То есть надо удалять Envir совсем, восстанавливать файлы X-Plane, и потом ставить SkyMax и посмотреть, что будет. Пацаны пишут, что вроде, типа, стало посимпатичнее, а прироста FPS как-то не заметил. В принципе, это естественно. Да, я вот, говорит, чешулька заплатил стюардессам, будет у него посиделки, с учетом шампанского в карго. Так... Летать мы будем с 24-й полосы. Часто. Ты уверен? Сейчас... Да. Это... И по твоему расчету, и по моему. А то у меня в расчете нету ВПП. 24-й у тебя стоит. Вот. Expected. Runway to 4. А, да. Так, а по погоде что у нас? ЮПВ. Так, 297 метров. Ох, охренеть, оверкаст. 1000. 1. 10-15. 21, посадочный 238. А, стоп, это же у тебя будет. Так, часы у нас. 238 сразу ставим. Это чуть мое, Макс. Оно ничего, дополняется после, да, этого. Да, согласен, согласен, согласен. После CDU, да. CDU, точно. Так, нажал steering, lights control, standby, fuel quantity у нас с тобой. Что у нас по топливу в итоге? Так, проверь на этих, на центральных, 4280 с каждым баке. В правом 290. Проверяем. В левом 3 и в правом 3. Отлично. Так, вот. Давай еще раз поехали. Преференс. Нет, не преференс. Ко взлету. Давай-ка я тебе инициализирую. Глубоко приветствую. Я не знаю, как глубоко приветствовать. Глубоко приветствую. Надо вот у Макса спрашивать, как он там глубоко приветствует людей. Так, позиционирует. Вылетаем мы сегодня из Внуково. Так, так. Все, Лех, в принципе, сидеюшка в твоем распоряжении. Да, я и тогда и займусь сразу. У нас с тобой рут Внуково R. Да? Угу. Я вот заметил. Погоди, стой. Меню. Блин, у меня RX стоит 15.09. Годовой давности. Алексей. Столько позорный. Ну ладно, хер с ним. Я думаю, точки все на месте остались. Схемы накрутим руками. Так. Надеюсь, прокатит. 24-й, да, влетать? Да, влетать будем с 24-й. В принципе, здесь все установлено. 24-я. Посадочная у нас 238 будет. 24-й. Так. Подожди, а у нас Лима, Оскар, Дельта, Килл. Это же транзит, по-моему, какой-то. Так, ну-ка. У нас выход есть прямой на Депача транзишн. Подожди. Бача Транзишн, Сукир, Фокстрот Виски, ФВ. А мы куда должны выйти? У нас с тобой выход на Климовск. Это Лима, да? Ладно, да, я понял. Схема Лима Оскар 24 эко. Бача 24. Оскар 24 эко. Это не Эрнам же, да, нифига?
Оскар 24 Эко. Илья, не слышал, к сожалению. Это Арнав, да? Надеюсь. Так, Арнав. Какая 24 либо Оскар? А, не, нифига. Это у нас такая обычная схема. Да, 24 Эко, она по ETC, кстати, выдается. Угу. Так, здесь все нормально. АРСки у нас согласовываются. Здесь вроде все нормально. Это мы с вами уже проверили. Так, тогда транзита у нас с тобой нет, получается. Да, мы, получается, директом пойдем оттуда. Да, у нас потому что... Ну, не, мы на ФВ выходим. ФВ это Foxtrot Виктор 1 Виски. Вот, если посмотрим, да, у нас Лима, Оскар, Дельта, Кила, Foxtrot Виски. Эктив. Рут. Foxtrot Виски. Дальше у нас с тобой трасса Romeo 11. Romeo 11. Отсутствует такая трасса. Я понял тебя. У меня, в смысле, отсутствует. Поэтому мы с тобой пойдем директорами. Так, Uniform Sierra, это муравлянка. Так, мы выходим, друзья, на Климовск, а дальше мы с вами уже выходим вот на этот маршрут. Донск, Танго, Сьерра. На Дельта Кила спрямление у нас будет. Ну, вообще, конечно, странно этот... Маршрут? Это такой, да, такой вкорячили после, да, ребят, того... Да, вот что удивительно, транзишенов нету, но такой маршрут, он на самом деле существует, и Папа-танго. Мы его вынуждены крутить. И Римка. Анатолий Моргач, давай, удачи. Стрим постараюсь завтра выложить. Я думаю, что сегодня у нас много чего интересного будет, да, Лев? У нас с тобой не бывает так, чтобы неинтересно было. Ну так вот, уже как бы не актуально эти. Римка, Бутри. Так. Да ты взбаловал, у меня все бы обновил. Планит. Теперь вот теперь приходится руками всю схему вкорячивать, весь маршрут. Ланит. Мор. Алексей сейчас забивает CDU. Мор. Мор — это Морозовск. Так, ну-ка, инзекьют. А может быть у нас есть воздушная трасса от Мора? Господи, хоть бы была. Гольф 128 на Игоролык. Она что, всю жизнь была? Давай. Гольф 128. А, ес! Кроме. Повезло, да? Да, Игорлык. И Гольф 900. Гольф 900. Есть. На Кутон. Хорошо, что Сочи не меняется. Как с царя пошло. Кутон. Так, все, у нас все есть. Ту-74, привет. Так, а я тебя перепроверяю. Я обновлю, да. Сейчас мы с тобой проверим, потом попозже. Чутка попозже. Так. Хотя, открывай план полета свой по фиксу. Угу. Так, так, и... друзья, значит, сейчас очень важно, мы, я должен перепроверить, что... Вот там. А ты в своей CDU смотришь? А, я, да. Ну, у меня та камера стоит, что я могу и своей... А. Я понял. Так, пока давай. Огромное тебе спасибо. Я думаю, Крым пока по времени точно не знаю, но будет точно. Спасибо. Поехали тебе тогда. А, виски, поехали. Виски 241. А... Сейчас, подожди. Я чуть-чуть поменяю план. Секундочку. С тобой мап. Так вот будет лучше. Да ладно. Почему тут? А, ладно. Мапа, план. Все. Поехали. Виски, виски 241. Нет. И... А что у тебя? Виски-виски 198. У тебя 198 стоит? Угу. Значит, по моей схеме будем ходить. Ладно. Так, Лима, ну, Оскар, где? На Вэмбо Дельта. Лима, Оскар. Ну да, Оскар. Это Дельта Килла. Да. Foxtrot Виктор. Да. Щелкай. Ага, давай. Нет, я у тебя твой не трогаю вообще. А ты... А, ну-ка, подожди, еще я раз. Я свой. А-а-а. Видишь, он... А, слушай, он здесь как-то, да. Он там хитро делает. Ладно, бог с ним. Так, Апа Сьерра, Танго Сьерра, Папа Танго, Римка, Бутри. Ты должен, кстати, это проверять с нашей бумажкой, угу. Который маршрут есть. Бумажка Бутри, не открыта. Ланит, Мор,
Кило Альфа, Нигар, Гилер, Декаромио, Релти, Пинек, Адуга, Сиромайк, Рулап, Утон. Есть такой? Да, практически все верно. Все замечательно. Тогда теперь у нас Сарайвал. Пары точек. Сарайвал. Так. А, че, вор заход? Или Илс? Давай Илс. Ты решай, ты капитан, сейчас и ты... Посмотрим погоду. Юниформ Кило Гольф. Нашел такой юниформ, ранее Кило Гольф. Он ранее ЮРКГ, да? ЮРКГ, да. Нет, такой у нас не найдено. А у нас там, по-моему, нет Атиса. Нет, Атиса там нету. И смотреть мы будем либо по Анапе, либо по Краснодару тогда. Либо по Сочи, там посмотрим, что поближе. Нет, ну, там это не прокатит. Надо сейчас, подожди. Метар, Геленджик. Метар, Геленджик. Погода в аэропорту. Метар, not available. Так, а что у нас ближайшее? Блин, а что, вот какую погоду там можно использовать? Вот бы нам профессионала бы сейчас сюда. Который, например, УТЦ закончил, не знаю. Слушай, ну смотри, погоду по-хорошему мы в ЮРКГ иметь не можем. У нас есть ближайший порт. Это какой? Сочи. Сочи. И я тебе больше давай скажу, скорее всего, тот же самый Инвира оттуда погоду как раз и берет. ЮРСС. Серега, здорово, родненький. На самолете. Вон, пацаны, он все нормально скидывают. У них есть погода в ЮРКГ. Есть погода. Ветер, ветер 234 градуса 13 узлов. Хотел пошутить, что ты на 737, а ты на 737 летишь. Да. Видимость выше 10, брокен 220, минус 3, минус 7, 1031. Ну, примерно, да, так и есть. Вот хотя в Сочи, например, ветер 53 метра в секунду. Угу. Ладно. Сурок, ты доспевас, поздравляю тебя. Так, ну еще тогда, какому Атису доверить? Мой метар. Тебе-то сейчас, ты с какой целью? Я думаю, какую ВПП мы с тобой будем. Я так понимаю, 0-1, да? В ЮРКГ? Да. В ЮРКГ на посадку только одна ВПП. Только 0-1, и только 0-1, думаю, будет у нас с тобой ИЛС, ДМЕ, Форм, ДК-1. Так, Arrival. ИЛС. ИЛС, Юниформ. Слушай, у меня здесь такое бомбило вообще в чате идет. А что случилось-то? Ну, я так понял, что кто-то под ником Ольга-Ольга что-то написал, и у меня, короче, бот ее, походу, забанил. И сейчас у меня в общий чат ее сообщения, походу, не идут, а в чат, который в этом самом... Ну, на Ютубе? Я на ее YouTube вижу, да, вон. Ты ее видишь, там что-то, походу, вообще жестко. И народ просто... Бань Ольгу, да, она забанена уже, насколько я понимаю. Лох. Бань, бань! Народ кричит, крови, крови, бань их! Так, а какая у нас там схема-то прибытия? Схема выхода на прибытие у нас с тобой... Кутон. Чего-то кутон, такое. Кутон. А, ты вор будешь крутить или... Нет, мы будем с тобой делать этот... Without Raider? Домоярку. А, Тон, ты где? Вульф Новембо Виски, да, я так понимаю? Да. Да-да-да. Кутон на Вульф Новембо Виски, это у нас с тобой Кутон 2 Браво. Кутон 2 Браво. Так, какой у нас транзит, интересно, выпадет. 138. Да, Кутон 2 Браво. А... Так, сейчас, погоди. Если мы, допустим, играем... Север, не знаю, что там случилось, но очень бы хотел бы узнать подробности. Что у вас случилось опять? Ну, все про УТЦ Стригина, вот про Диму. Да ничего не случилось. Сейчас взлетим. Да.
донесем примерно. Так, R178. Проделал 178. Это что-то как-то... Блин, давайте наугад. О, спасибо, Макс. Так, если вот так вот сделать. Flex. Погнали тогда степ. Леха сейчас забивает схему на прибытие, я так понял, да? Сразу? Макс, а можешь... А, все. Все, нормуль. Нормуль. А смысл? Зачем ты ее хочешь? Все, 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 да. Все готово. Чтобы у нас Винаф работал. Ты зря это делаешь, Винаф работает. Это не работает. Они уже пофиксили Нет, давно. Не пофиксили. И буквально проверял две недели назад, неделю назад. Ты в смарте проверял? Или в одиночку? В одиночку. Ну вот в одиночку у меня все работает. Не знаю, почему у тебя не работает. Так, все. Маршрут есть, рут есть, позывной у нас как там? Килл Альфа, да? Брокин 1820. Браво, Рома Альфа. А, браво. Ромео. Друзья, у нас до начала процедуры запуска еще целых 5 минут. Мы не думайте, что мы как-то все медленно делаем. По расчету мы должны загрузиться в 17.40 по Москве или в 14.40 по. Ну вы поняли. Так, root, take off, performance. Zero full weight. Ага, хрена лысого. Точно, он что-то по-другому идет. Так, zero full weight, 44.4, да? 44.4. Андрей, здесь сложного ничего нет. Confirm, Макс. Ты пошел по ID HSI? Нет, я имею в виду Zero Full Weight у тебя сейчас. У тебя страница какая написана? Zero... Открыта. У меня сейчас написана страничка вот... Вверху не то. Сейчас я у себя открою. Вон, вверху нет. Вот, вверху нет. Zero Full Weight. А, ну ты говори, я буду чекать. 44.4. Чек. Так, а по топливу скажи, у тебя загрузка какая? Топливо in the left tank 4270, in the right tank 2490. 24? Или 4200? 42, sorry. Окей. Так, когда у нас с тобой получается reflight, топливо 8571. 8575. А, 86, да? Он план fuel у тебя стоит. 8.6, да, план был. Отлично. Так, резерв 1.1. Есть. Круз альтитюд у нас с тобой 3.5.0. 3.5.0. Так, транзишн у нас с тобой 3000. Опа, если не ошибаюсь. Серег, я правда, я сегодня походу буду отдыхать весь полет. Там только Лёха. Транзишн до 1000 QFE. Так. Вот бы сейчас с Active Sky бы как бы был. Ах, подожди, у меня же есть погода брифинг, база брифинг. Что же я жалуюсь-то? Так. Я пока вознесусь над облаками. Взлетать мы будем сегодня утром из Внуково, друзья. Даст бог. Даст бог, Кайрат, привет. Сколько расчетное время в полете? 2.05, по-моему. Да. Блин, а тут нету такого брифинга, все-таки не дает. По FPX нормального погодного брифинга по эшелонам. Прогнозы с... То есть нет у него average, так, 3.70. 3.5.0, интересно, есть? Нет. 3.0 есть. Парам-пам-пам. Я не думаю, что нужно сейчас не, прям... это было бы, конечно, удобно. Ну ладно, хрен с ним. Так, взлетать будем с дирейтом. 2 минуты до выталкивания. Тейков, селектед у нас будет... Сейчас сколько температура у нас? Внуково. Температура. Температура минус 1, да? Значит, будем 20... Илья, пока не знаю, Сургут уже был. Дирай тейков, лапс 5, CG у нас 22. Макс, трима на тебе, трим 3-4. Угу. Так, рановой винт у нас с тобой 290.
290 на 6 метров в секунду, а это он тут в узлах должен быть. 15. И рановой слоп и хединг. Какой курс ВПП ты сказал? 2.38. Так, и blind reduction. 1000 HL. Так, все, 210 у нас с тобой скорость clean speed. Так. Confirm. V1 133, rotate 135, V2 143. 133, 135, 143, confirm. Все, CD preflight completed. Поехали тогда сюда. 143. Леха сейчас устанавливает на MCP скорость V2, 143. Так, initial у нас с тобой 3000. 3000, это первоначальный набор у нас. Я не могу. Александр, в 3 попасть. Пойдет. Так, flight director, minus master, you're a slave. Yes. Heading 238 на случай возврата. Так, все. Throttle disarm. Тут нормально, тут нормально. Flight instruments check у нас с тобой. Сейчас, секунду. Map heading 271 и altimeter мы не поставили, да, нихера? Нет, пока не поставили. Давай. Вестомеры в ноль устанавливаем, друзья. У нас, к сожалению, нет сейчас информации о ТИС. I'm ready. Есть, на самом деле, 10-17 QNH. 10-17 QNH, а у нас должно быть... QFE. QFE, QFE у нас с тобой минус 23. Niner-Niner-1. Confirm. Так, альтиметр 171... Altimeter 991, heading 271. Так, и, собственно, касательно брифинга. Да, брифинг у нас. Окей, ты готов, да, к брифингу на Wallet? Замечательно. По-русски тогда будем. Давай. Коль уж Жени нет, никто орать не может. Сядем мы с тобой, летим в Геленджик, рейс внуково Геленджик. Самолет 737-300, новый с завода, прям вылизанный. Ничего не произошло, все хорошо. Weather condition is good, braking action у нас ВПП сухая. Take-off restriction у нас единственный restriction это МКАД, то есть мы не должны вывалиться за нашу схему. Поэтому автопайлот по команде, ладно, я включу. Так, запасные на вылет нам требуется, да? Но у нас это будет, скорее всего, Домодедово, если мы не сможем вернуться из оверкаста. Оверкаст 1000, но видимость 10 километров, поэтому в этом не нужно, но все-таки, если что, возвращаемся Домодедово. На там Mile Effect на our flight. Terrain on ND on your discretion. Terrain weather on your discretion. Так, будем выходить с тобой по noise abit на debacher procedure 1. Clean speed. Accelerate altitude у нас 1000 feet. Clean speed 210. Так. По поводу маршрута руления. По поводу маршрута руления. Мы стоим с тобой во Внуково. Внуково, перрон. Перрон 1, да, по-моему? Да. Терминал Альфа, гейт 13. То есть точка запуска 4 на выталкивание и запуск, и ВПП 24, если не ошибаюсь, это Альфа-2, да? То есть по рулению у нас виски, Альфа-2, все. У нас, да, у нас просто на 4 мы запускаемся, виски, Альфа-2, предварительно Альфа-2. Все, так, по рулению понятно. Вот сюда выезжаем. Так, выход по схеме у нас с тобой Лима Оскар 24 Эко с транзитом на Фокстрот Виктор 1 виски. Лима Оскар, вот сюда летим мы. И выходим мы на Дельта Кила. Да, с выходом на Дельта Кила. Собственно, сама схема достаточно простая. Первый разворот у нас на 200 метрах. Типа на удаление 3,5 от Внуково. Это у нас такой... 113,7 надо было поставить. Забыл. Рано начал готовиться. Так, 113,7, проделал 238, да, все, есть такой.
Так, погоди. Вот. Все, теперь все нормально. Так. Удаление, да, все, есть. Погоди, есть. Давай мы, знаешь, как делаем? У тебя будет ELS стоять лучше. По поводу я, может, тебя перебью сразу. Не будем использовать запасной вылета как Домодедово, в этом смысла нет. Мы спокойно можем вернуться. Нет, я имею в виду по погоде, нет, я еще просто не дошел до этого момента. Ормаяк Нуковский, 113,7, я у себя поставил, дальность у нас определилась. Все? Все, окей, продолжаем туда. Так, Navigation настроено с тобой. Так, касательно взлета, конфигурация Flaps 5. V1-133, Rotate-135, V2-143, Trim 3.4 не установлен или установлен? Установлен. Ну, у меня он стоит 3.7, но я, к сожалению, не могу. Вот я его пытаюсь, он не хочет. Ты можешь сам поставить? Вот так. Еще чуть-чуть. Да нет, все. Ну ладно. Больше. Да, вот так нормально, в принципе. Ладно, так, Trim is set. Так, взлетать, собственно, с тобой мы будем по стандартной схеме тейков. Ну, стандартные коллауты. А в случае reject тейков у нас с тобой до 80 узлов manual breaking. После 80 до V1 мы с тобой используем реверс. А после V1 продолжаем взлет. Если у нас крыло нахер не отвалится. В остальных случаях продолжаем взлет. С набором безопасной 800 футов выдерживаем V2 плюс 25, что будет равно 166 узлов. Так, собственно, вот этот жук установлен. Да, по поводу reject take-off, опять же, будем с тобой возвращаться на 24-ю. Мы у нас вес позволяет нам, то есть взлетаем левым на курс 178, оттуда будем делать коробочку на Виктор виски 244. По команде поставишь просто в CDU и директом на нее пойдем. Хотя надо остис, конечно. Ну, схему давай, в горячем, давай, и давай, схему, да, в горячем тобой, и по схеме зайдем. Ничего уйдем. Страшного. Вот, ребят, вот эта схема. ELS, GNS. Уходим мы на виски 522, виски 5-2-3, Скурыгина, от Скурыгина потом уже разворачиваемся. Вот, ну и, собственно, как я сказал, возвращаемся в аэропорт вылета. Все. Вопросы? No questions. Отлично. Так, брифинг комплит. Давай тогда у нас с тобой получается чек-лист. Start procedure. Нет. А, нет, чек-лист. Префлайт чек-лист. Префлайт чек-лист, плюс. Префлайт чек-лист. GR pins. Covers ground wire. Covers ground wire. Remove the board. Oxygen. Toilets. Tested 100%. Tested 100%. Instrument transition switches. Normal. Normal fuel. Fuel у нас с тобой 8700 kilograms on board. And now... потерял. 4400 required. Ведро с болтами. Emergency exit lights. У тебя арм заармирован? Арм, да. А у тебя? Колпачок. Ну, колпачок. Колпачок, да. Все, арм. Passenger signs. Оп. Так, да. Windows hit. А вот это вот должно быть в авто. Так. Windows hit is off. Почему? Hydraulics. Почему off? Windows hit on. On? On. Вот теперь off. А, ну да, виноват. Да я валенок сейчас, погоди. Все. Странно, он просто зеленым должен гореть. Никакой индикации у меня не горит. Ладно. Hydraulics. Pumps on. Что-то все рано-то включил. Я двигатель. Они выключены. А чего? Off to standby. У нас... Тебя включено? Нет, все правильно ты делал. Вот так только должно быть.
Можно с тобой не согласиться? Почему? Они выключены у нас до процедуры выруливания должны быть. А паркинг-брейк начинаем... ты чем собрался ставить? Паркинг-брейк? У нас давление там есть уже. Окей, все. У нас он стоит. Я сейчас пока спорить не готов, потому что я не читал. Доказывать ничего не буду, согласимся пока так. Раз самолет никуда не катится, значит все нормально. Значит все нормально. Так, Air condition pressure, Pax, on, pressure, normal. О, нет, стоп, никуда я посмотрел. Bleeds on, flight, как это сказать, господи. В общем, set. Set. Checked, next. На самом деле у тебя получается левый пак on, правый пак off, blitz on. Все on. Вот они у тебя blitz, и dual blitz у тебя горит от борота, от ВСУ. Set и авто у тебя стоит. Pressurization auto, да. Flight instruments. Flight instruments heading 271 и altimeter 991. 991. Auto brake. Я не поставил, что ли? RTO. Speed brake. Detent. Detent. Parking brake. Set и pressure. Pressure normal. Normal. Engine start levers. Подожди. Engine, да, cut-off. Давай. Rudder and aileron trim. Так, сейчас тут гляну. Free and zero. Three and zero. Papers. Туалетный. Ну, считаем, да. Board. Board. CDU preflight. Completed. Completed. Takeoff speeds. V1, 133, rotate 135, V2, 143. V1, 133, V-Rotate, 135, Поспел поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, V4, если самолет стоит, значит он не летит. Так, выполняем процедуру. Чего? Не, ничего, ничего. Все, да? Комплит, спасибо большое. Так, поехали тогда. Before Star Procedures. СВСУ запущено. Там точно ничего не появилось? Москва контроль. Нет, если появилось, я показал. Кого нет, да? Ну все тогда. Я тогда вызываю пацанов на буксировку. Да, вызывай пацанов. Проверяй, что двери закрыты, которые у нас не открываются вообще в принципе. Господи, как можно сделать модель без дверей вообще? Ну они делают. Они сейчас работают над этим. Так. Так, мастер, старт. Если самолет стоит, значит он не летит. Денис, спасибо тебе огромное. Пацаны, включите кухню. Яйца пожарить не могу. Галей, да. Где у нас Галя? Вот здесь нормально, здесь вот так вот. Так, здесь. Ты паки выключил? Да, паки выключил. Все? Все, давай. Так, сейчас подожди. Так. Друзья, готовимся выталкиваться сейчас. Да, господи. Спасибо всем, кто решил поддержать трафик. Давай тогда before start checklist. Before start checklist. Doors. Closed. Windows. Locked. Locked. Air condition packs. Твое. Там off. Раз. Off. Вижу. Start okay. Pressure. Start pressure PSI 4... 4... 8. Поспел поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, пацаны не приедут в ближайшие полчаса. Один тягач на весь аэродром рабочий. Сорян. Пацаны, говорит, не приедут на ближайшие полчаса. Один тягач рабочий на ближайшие полчаса. Рабочий. Так, ну ладно, мы тут за взятку. Дэн, спасибо тебе огромное. Давай, anti-collision lights. Anti-collision lights я, конечно же, не включил. Я включил, это моя процедура. Да? Окей, ладно, anti-collision lights on. Before start checklist completed. Сейчас, погоди, Лёх, мне тут навалили еще Алексей Тимонькин. Алексей, ты даже не представляешь, насколько я рад, что ты это... Слушай, он реально, он бухой просто, у меня тут буксировщик на стриме круги вокруг самолета наедет, как собака, типа, погладь меня. Сейчас, Алексей. Кривой тут. Потерпи. Я не тороплюсь, мы вытолкаться не можем. Алексей тут
человек хорошо задонатил, говорит, половину доната тебе отдать. Тебе это интересно? Или мы продолжим? Да-да-да, мне как раз надо эксплейн 11. Огромное тебе спасибо. Вообще. Вот, вчера, что ты пришел. И от спасибо, души душевно в душу. И спасибо, что ты это сделал сейчас, а не во время взлета, когда будет очень тяжело и напряжно. Спасибо, родной. Ну, ребят, наш прям один из постоянных VIP-пассажиров. Спросил Брокина, сколько яиц пожарить. Сколько что пожарить? Яиц пожарить? Да. Я обычно с 3 начинаю утро. Так. Все. Давай. Так, пушбрейкер есть. Паркинг брейк офф. Паркинг брейк офф. Поехали, точку запуска 4. Поехали, друзья, мы сейчас выталкиваемся с вами вот примерно вот сюда. Вот здесь вот находится точка запуска 4. Так, ввиду того, что у нас русский рейс, говорить мы будем только по-русски. Да. Это. Вот, все. Дамы и господа, говорит командир корабля. Рад приветствовать вас на борту авиакомпании Broken Airlines от лица экипажа. Хочу пожелать вам хорошего полета. Наш полет пройдет на высоте порядка 11 километров. Наслаждайтесь, скотина. Я выключил микрофон, если это слух сказал. Ну меня-то на стриме это все услышали. Черт. Вырвалось. Так, мы пока пилим на точку запуска. Это тоже, кстати, один из плюсов эксплойна и джаровского такмастера, что ты можешь спокойно выкатиться туда, куда тебе надо. И самое классное, ты можешь запускаться при этом. Зачем? Что? Мы с тобой, кстати, совершенно спокойно сейчас можем запускаться. Без да не, можем, но зачем? Ладно, я понял, хочешь, хорошо. Так, ну тут вообще на самом деле должен быть некоторый сопок below the line, но ладно. Star sequence 2001, start engine 2, please. Start engine to time так, set. Твои стартеры, мои condition lever. Да. Time то set. То есть oil pressure и всякая херня, это все на тебя. Ground. Start valve open. 18.20, вот мази пришел. Pressure drops. N to rising. N1 rising. Oil pressure at 5%. Maximum monitoring. Ты командуешь idle, fuel flow. EGT maximum 7.5. На самом деле, они 5. Как бы это такое, Макс. Они, есть, я знаю, они в реальности это не читают. Там это вообще. В принципе, ну, там не engine stable, это тоже зависимость. Parking brake on. Restored. Parking brake on, установил Алексей. Starter cut out. Engine 2 stabilized, Алексей. Чё-то рано ещё, подожди. Он в GT ещё падает, и N1 ещё не стабилизировался. Это да. Костян, тебе также огромное спасибо от экипажа. Всё. Полагайся. Так, да, поехали. Starting one. Start engine 1. Так, погода у нас, в принципе, теплая, образование льда у нас не предвидится, поэтому... Я, кстати, забыл сказать, Макс, будем использовать engine anti-ice до 10 тысяч. Алексей, у нас максимум моторинг. Вижу. Idle. Так, максимум... Idle detent. 5. Pressure restored. Паш, на самом деле ты зря смеешься, они там действительно есть. Старт, привет. Тебе. Привет тебе. Ну все тогда так. Теперь, собственно, смотри, Макс, какая хитрость. Call-out мой. Это set take of flaps. Угу. После чего ты выставляешь flaps, я не делаю ни черта, кроме ВСУ, как отключаю. Отлично. Но перед этим, ты вот, кстати, забыл, у тебя Engine 2 запустился, а генератор у тебя не включен. Mm-hmm. Да, это моя процедура. Так, вот. И, собственно, все. Set take of flaps. Set take of flaps, flaps 5. Проверяем выход закрылков. Ну, так, подожди. Тут еще есть, короче,
такая штука. Спасибо ребятам на YouTube, мне в комментариях на меня наехали, и вполне справедливо. При температуре, короче, при плохих погодных условиях, там как ЖПУ, да, жесткие погодные условия. ЖПУ, да. Вот. У тебя выпускается механизация крыла целиком, и потом выставляется в нужное. Подожди, это в смысле, когда на... Это на... когда у тебя есть на... туман, дымка, дождь, температура меньше 10. Нет, не на взлете. Вот, во когда тейк-офф нет. Когда тейк-офф флапс ты делаешь, а-а-а, вот сейчас после запуска, а-а-а, ты выпускаешь механизацию полностью, вообще, то есть до 40, а потом выставляешь типа на пятерку. Вот, проверить полный ход закрылок. Ну, сейчас у нас нет такой, это я тебе так, это информация. Раз уж ты сделал... Вот это, ну, ладно. Всё. Давай, все, установил как надо. Так, ну и дальше. Air Condition панель у тебя не готова. Почему? Потому что у тебя паки выключены. Паки, да. Да. Каюсь, Алексей, каюсь. У тебя стартер не в continue. А мы их разве сейчас включаем, да, в continue, что ли? Переклинило. Так и, собственно, все, ты готов? Flight Control Check. Да, тогда. Да, Flight Control Check. Full Down. Full Up. Full Left. Full Right. Радар. Радар я не могу проверить. И я тоже не могу, потому что у нас понятно что. Выглянем, педали двигались? Выглянем наружу. А чё мне, кстати, педали не ездят ни хера? Мне это подключено. Сеттинг, бывает, лага. Так, все, рада. У тебя тиллер болтается? Yes. Full все left, болтается. Full right, все. Поехали тогда, before start checklist. Before taxi checklist. Generators. On. Beat at heat. On. Anti-ice. Engine anti-ice должен... Да. Нет, ты не включил. Нет, да, будем, я сказал. Engine anti-ice. Air condition pressure. Bugs on. Flight not set. Flight pressure is set. Isolation valve. Isolation valve auto. Engine start switches. Continue. Continue. Engine start levers. Idle detent. Idle detent. Flight controls. Checked. Flight deck door. Closed, locked. Not closed and locked. Ground equipment. Clear and signal receive. Clear on the right. Taxi and takeoff briefing. Completed. Recall. Checked. Checked. Before taxi checklist completed. Thank you. А ты уже свет весь повырубал? Да. Хорош. Рано. Я вообще ебнутый сегодня. Да, как понос. Резкий. Так, я привыкаю к торможению, тормозам на педалях, поэтому нас может маленько побарить. Да, clear on the left. Clear on the right. Алексей купил новые педали, и сейчас... Да нет, я не покупал новые педали, я все починил. Смог наконец-то подключить. Починил, да. Мы, выруливание у нас очень просто. Мы сейчас вот доезжаем по Alpha 2 и занимаем предварительное на ВПП-24. Меня смущают вот эти пластиковые бордюрчики, поэтому чуть левее возьму. Да, хорошо, не буду против. Бордюрчики. У меня еще тиллер отдельно же на оси стоит. Бордюрчики стоят, тоже бесит меня. Опасно. Так. Так, там вроде никого нет. Approach pass. Давай before take-off checklist туда. Давай before taxi checklist. Take-off. Cabin notification. Не знаю, ты сделал? Completed, я говорю, да. Угу. Проинформировали мы. Нет, не проинформировали. Стоп. Так, здесь оно не работает как надо. MCP, Flight Director on, автотроттл. Я тебе включаю автотроттл, или ты включишь? Включай. Автотроттл on. IAS runway heading set, initial climb set. Друзья, у меня к вам убедительная просьба. Пожалуйста, не нужно нам мешать рули, не нужно становиться перед нами. И... Хорошо, что я никого не вижу, и мне по барабану вообще. Да, ты сейчас не видишь, но вот какая-то гауда здесь пытается нас такой... Ребята, давайте, чтобы мы не отключались от сети, давайте уважать друг друга. Так, parking brake on. Parking brake on. Flaps 5, green light.
Stabilizer trim. Set 3.4 units. У меня, к сожалению, немножко отличается от твоей индикации здесь. Транспордер. Транспордер, давай перед занятием. Нет, все, ставь тейк-офф. Мы, ну, занимаем. Да. А вот, кстати, мне интересно, так. Он у меня включится, нет? ERA? Нет, ты у себя тоже, по-моему, должен включить. ERA, авто. Вот так вот. ATC One. Все. Он. А что у нас 2200 стоит, Макс? Я поставил 2200. А зачем? 2000. Всегда 2000. Контроля нет, 2000. 2200 я всегда ставил. 2200. Так. Ой, 2000 ровно. Окей, ладно. Так. Прикол. У тебя есть сопа Broken Air? Нет, тогда молчи. Ой, господи, это вообще там нормально. Привет, господа. Алексей, жду от тебя рекол. Извини, да. Рекол checked. Before take-off checklist completed. Окей, line-up? Line-up, clear on the right. Так, паркинг брейков. Two-flow identified, Alpha 2, glide approach, pass. Слушай, как же офигенно вторым летать. О, стой. Стою. Тормози, у нас контроль появился. Окей. У нас контроль. Паркинг брейк он. Паркинг брейк он. Так, сейчас я с ними связываюсь тогда. Так, 118.3. То есть тут. Можно я твоим воспользуюсь навкомплектом, чтобы у нас проблем каким не было? Хочешь. 118.3. Так, и информация о погоде у нас 125, 8 и 7. Так, все. Так, а кто там у нас появился? Москва подход? У нас появилась Внуково вышка. А, Внуково вышка. Да. Ох, интересно, какая бы у нее частота была. 23. Так. Давай-ка с ними свяжемся. Внуково вышка Брокен 18.20. Добрый вечер. На предварительном Альфа 2 проверка радиосвязи. Вас также на пятерочку. Брокен Рома Альфа 1.8.2.0. Так, слушай, информацию о ТИС. Мне же нужно ему доложить, правильно? Ну, да, там АТИС есть. Хорошему, давай-ка сейчас мы... АТИС, короче, и Information Alpha. Альфа, да? Expect 24, да. И патча 24. Да, все, Альфа. Ничего не изменилось. Угу. Сейчас, Лех, тут другие в эфире. Когда будет возможность, я с ним свяжусь, доложу. Ничего страшного, я просто обычно ненавижу и все. Я слышу. Все, Тауэр слышу. На ИАС установи 1.4.3. Скорость. Ага. Господи, когда вы крутилки приделаете? Браво, Рум Альфа 1.8.2.0 на предварительном Альфа 2 П24. Разрешите исполнительный. Информация Альфа на борту. Браво, Рум Альфа 1.8.2.0. Поспел, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: если бы сидел я на месте Брокен, то я бы закричал быстрее взлетный режим, пока они нас не вызовут. Да, я тоже. Че нам сказали, меня перебили. Нам сказали, разрешено занятие исполнительное и ждать. Окей, line up and wait. Так, все. Поехали. Clear on the left, approach pass clear pass. Альфа на борту. Разрешите вылет. Автобус вон 3.9.0. Есть крутилки в группе ламинаров, хорошо. Мороз, спасибо большое. 24 эко, после взлета набираете еще 600 метров и прослушивайте юников туда сразу, такая 8. Сколк на полет 2.1.0.2. Слушай, как же удобно сидеть на местных коробках. Как же меня бесит, что у нас нет нормального клиента в Атсима, что можно было бы включиться и без всяких костылей. Например, бы трафик видеть. Так, парк брейк он.
тебя ждем. Что-то у меня есть подозрение, что у меня, короче, follow terrain включена. Вот прям... Браво, Роме Альфа. Тихо, тихо. ...секунду. Я разрешаю, полоса 24, после этого набираете 600 на Климу, и до свидания. Взлетаю, после взлета набираю 600 метров на Климовск, Браво, Рома, Альфа, 1820, работаем далее на Unicoins 22.8, спасибо вам за контроль, жалко, что так мало, и всего доброго, хорошей смены, Браво, Рома, Альфа, 1820. Я вот за такие убивать готов, просто прощения. Удачи. Вот именно из-за этого. Так, все, ready? Ready. Take off. Ради 653, добрый вечер, внуку вас, старт, смог 21.01 и ждать на предварительном. Паркинг брейков. Смог 21.01 и ждать на предварительном, Россия 653. Стейбл, Тога. N1, Тога, ходи на селек. Чек. Трассет. Дизрегард. Теперь трассет. Крайне вызывающий, не прошел. Не прошел вас позывной. Крайне радиостанция. 80 knots, чек. Трассхолд. Внуково выставка, здравствуйте, ZR-493. Чек. На... 202 информация, что на борту разрешаю согласно плану в Ростов, он полетит 3-5. Иван, ратей. 93 согласно плану в Ростов, разрешаю, в работе полоса 24, смалка 600 метров и прослушать Unicoms 28, собственно полет 21.03, брейк России 60-53, занимайте исполнительную часть. Внимаем исполнительную часть, Россия 60-53. Engage, Челнав. Челнав, чек. Браво, Роме, Альфа, 62. Занимайтесь исполнительный и ждайте на 30 Чарли. И Фок 21.04. N1, bug up. 200. 1-0. MCP speed, Альта Квай, да. Альта Квай. Set 3000. Записано верно. Set 3000. Продолжайте, занимайте предварительные вопросы. Speed 210, макс. Сейчас. Сначала скорость всегда. Ага. Вертикал спид 495, разрешите, Vertical speed у нас почему-то включился. Да. Режим. Не точно, Level change, Выпачки, да. Level change, да. Носом на гигазах. Level change. Flaps 1. Flaps 1. Выкал крайне носом на гигазаха. Разрешил мне 5.97. Спасибо, Колян Коляныч. 2000 feet. Автопайлот он. Так. Сколько ты сказал установить? 3 Все. Да. Ага. Все, Flaps up. Ах, какая красота. Вообще шикарно. Ребята, погодник комбира у нас. Россия 60-53, ветер зимний, 2-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 
эшелон 3. У нас счет 350 или 370? 350. White level 350, set passing transition altitude, set standard, please. Set standard. Баро. Эх, родимая, родимая. Вот по кнопочка была, да? Да, да, нажал удобно. 1-1-1-0-1-3, set. Passing flight level 240 now. 4-2, прошу прощения, 0 now. Check. After takeoff checklist, please. Авто такой чек-лист. Хочется сказать мой белый господин. Авто такой чек-лист. Air condition and pressure. Set on. APU off. Landing gear up and off. Flaps up. No light. Altimeters 1013 set. И альтиметр, да, 1013, cross check. Авто такой
чек-лист completed. Das ist das. Огромное тебе спасибо. Спасибо, что пришел. Thank you very much. Все, ребята, у нас есть теперь возможность немножечко расслабиться, закурить. Давай, будем разрешать курить? Рано еще. 6 тысяч. Я сейчас отключусь от этого таура. Блин, я тут все никак не могу себе настроить. Номер 11. Так, VNF, LNF проверяем, все ли работает. Также контролируем проход точек. А соблюдают ли наш самолет рестрикшены по высоте? Так, а почему мы... А, во, вроде возвращается на точку Лима-Оскар. Все. Так, здесь все убрано, здесь убрано. Все, братцы. Василий Федотов, приветствую. Все, наконец-то ты можешь поздороваться. Экипаж у нас доступен. Наверное. Так, что там у нас? Тебя собака Брокина не кусает? Нет, он вроде ее забыл где-то в карго. Бутылки, да, группы, да. Ламинаров. А, Никита, привет. С Максом летим, да, Тони, фото эти второго экипажем. Насчет где-то меня спрашивали, как реализован экипаж, я что-то пропустил. Тебя называют конкурентом Лорика. Меня тоже. Так, ну что, братцы, Лёх, я предлагаю так, чтобы никого не забивать, давай, может быть, ты вопрос, я вопрос, по очереди передавай. Да, легко, я просто буду игнорировать тебя и все. Ребята, давайте... Облака Энвира, Деникс. Давай. Самая важная объява, которая, ребят, у Алексея сменился канал. Вот, он теперь не просто Йофи, он Йофич Айр, да, по-моему, называется. Да, вот что-то такое вот так. Вот, ссылочку кто-нибудь может скинуть совершенно спокойно в чат. Переходите, вот уже Айр Йофич. Да вот он в Ютубе, просто может переходить, переподписываться. Старый канал. Макс Свет, 10 тысяч. 10 тысяч. Пассажиров отпустить, антиайс выключить. Выключаем. Антиайсы и пассажиры у нас теперь могут спокойно погулять по салону. Подожди, а если мне не сработает эта штука? Какая? Триггерится. Зинаида Григорьевна. Ладно, не генерится. Тогда его руками запихнем. Что самое интересное, я лет... Ильдарыч, спасибо тебе, родненький. Дамы и господа, через несколько минут вам будут предложены алкогольные и прохладительные напитки. Довольствие. Благодарим. Спасибо тебе, Ильдарыч. Ты тоже у нас уже почетный. Так, а я куда улетел в итоге? Кто-нибудь мониторит? А, все, да, нормально. Оскар, да, сейчас ты на Дельта-Кило идешь. Огромное тебе спасибо. Так, ну что, давай, тогда я вопрос, ты вопрос. Да читай, читай, я, у меня пока ничего такого нет. Я влезу потом аккуратно. Так, Gaming VP, привет. Извини, я сейчас просто покажу свой этот, там, типа, у Лёхи новый канал, и как бы... Я думаю, что у меня за хренатня началась. Спасибо, ребят, за фоллоу. Просто толпа, куча людей. Я вон в этот скайп сбросил. Облака — это Энвира. Пока там Макс смотрит картинки. Стас, привет. Всем, господа, добрый день. Спасибо. Заходите за подписки. Короче. Вот. И что-то Макс там дальше пусть продолжает. Я не буду перебивать. Не-не, можешь пока это самое. Можешь пока ответить. Я сейчас... Да тут вроде... Тут помимо Энвира, я... Сегодня у меня появились SkyMax 4.5. Ой, 4. SkyMax Pro версии 4. Вот, обновили они там РВЦ под него. Нитин, привет. Обновили РВЦ под него, но я, короче, сделал что? Я удалил Энвиру. Ну, то есть не просто там не через uninstall, а я ее просто из плагинов выдернул и положил в папку неактивированный. Установил SMP, установил РВЦ новый, дефолтную погоду. И, короче, с погодой все плохо, господа. Вот, с Энвирой надо что-то делать. Каким... Я спрошу у ребят, вот Макс, возможно, даст мне какие-то контакты. Мне интересно просто потестировать именно. Я хочу добиться возможности замены без переустановок. Ну, чтоб, то есть, как бы не постоянно там удалять и активировать эту Энвиру. А в плане, наверное, с Андрюхой поговорить, может, потестировать это можно.
Подожди, а в чем проблема-то у тебя? Ну, я же тебе кидал скриншот. Не заставляй вот то, меня искать. То, да. То, что у тебя со SkyMax было? Да, да, да. Ты думаешь, это из-за того, что у тебя NVIDIA стоит? Да. Это постпроцессинг с over 90. Очень, очень просто. Ты просто папку NVIDIA выпиливаешь и все. Да, вот это вот скриншот с выпиленной папкой NVIDIA. Ну, значит, это не NVIDIA влияет. Вот так, господа, у меня было. Но для этого, для чистого эксперимента NVIDIA надо убирать, да? Повыпиливать. Вот так SkyMax выглядит при установленной NVIDIA, господа. И тут нельзя винить ни SkyMax, нельзя винить ни NVIDIA, потому что это программы, которые делают практически одно и то же. Ну, единственное, SkyMax — это просто погоды, текстуры и облака, но у него тоже там есть свой постпроцессинг, свое это. А NVIDIA — это погодник, помимо прочего. И точно так же облака, постпроцессинг, текстуры, но вот как-то они между собой конфликтуют. Надо как-то их подружить. Так, давайте вот эти. Можно я отвечу на вопрос? Да. Макс, нет желания на малой авиации полетать по горам в сложных метеоусловиях. Желание есть, вообще есть идея купить Airfoil Labs CS-172, говорят, крафт обалденный. А я тебе предлагаю куда лучший вариант. А, есть пакет сценариев, называется Inside Package, Canadian Rock. Не-не-не, это именно сценарий в плане текстуры. Вот, я сейчас займусь подготовкой OSM, или как он там называется, World of OXP, вот эту, для этого региона, и взять, короче, Grumman Goose. Grumman Goose? Да. А он смарт-копилот поддерживает? А вот не знаю, вот там, ну, я думаю, если к Николаю брать, там нечего поддерживать, то есть там у него все такое, он простой, там ни хрена нет, навигации никакой нет, ничего нет, но он, это, короче, гидроплан. Ну да. Вот, либо, как альтернатива, этот твинотер. Твинотере там и отказы и прочее реализовано, и вот может быть как-то под него смарт-копилот запилить. Пойдем на поклон к Коле Паршукову. Я думаю, Коля нам не откажет. Слушай, что-то давно Коля, кстати, не видел. Да вот с ним сегодня у нас переписывался. А как-нибудь связан с авиацией? Нет. Ребята, есть самые частые вопросы у меня и у Лехи под канал. Туда переходите, там такие самые частые вопросы есть. Вот. По поводу, почему X-Plane, а не FSX. Ребят, FSX мертвая, устаревшая платформа, и если летать, то я, допустим, и Лёха летаем в припаре. У Лёхи, по-моему, FSX есть, да, насколько я помню? Да ты... я убил его нечаянно вчера. Сейчас, секунду, Макс, привет, я тебя перебью привет, буквально. Ага. Тут очень такая интересная штука. Мистер Илн Хамстер. Через МакДу выпал, МСДУ выпал не процедуру снижения шума двигателя. И мне вот интересно, снижение шума. Это либо, короче, Max Rate, но это будет очень громко, либо Max Angle, что тоже будет очень громко. А, я вот, честно говоря, не понимаю снижение шумодвигателя. Можно поподробнее как-то? Подожди, а ты же программировал MCDU? На тейк-офф-то? Да, не, мы выполнили процедуру тейк-офф 1, но я просто не понимаю, о чем говорит человек. Сейчас какие проблемы, да. Я, честно, я не знаком с самолетом вообще, поэтому любая инфа, она будет полезна. Вот сегодня ко мне в руки благодаря Максу попал РПП, и я буду, наверное, его изучать. Серега, Сергей Ахмельзянов, вам удачи там, сильно, вы смотрите, алкоголь и баня — это такое дело, очень-очень на сердечко влияющее. Не засматривайтесь, у нас стрим продлится еще где-то полтора часа, больше полтора часа, я думаю. Вот, сейчас мы пока трындим, общаемся. У нас теперь, как ты говоришь, не стерильный кокпит, да? Вот, и надеюсь, поговорить мы с вами успеем о многом. Вот, давайте я вот тогда отвечу на вопросы, передам бразды правления Лехе. Павлик Морозов, хороший ник. Привет, парни, какой новый канал у Йофи? Вот Леха чуть выше скидывал ссылку, называется... Да Йофи, так он называется. Нет, youtube.com/Йофи, просто набираете и все. Так, Софья, привет всем, ребята, здравствуйте. Что лучше, Boeing или Airbus? Знаете, друзья, вот после посещения Airbus, вот еще раз повторюсь, уже 10 раз, наверное, отвечал на этот вопрос, вы знаете, мне Airbus показался более легким, вот, честно. Ой, да ладно, это все потому, что тебе скидку на него сделали, по-любому 1010 за час отдал.
я тоже распространенное мнение, это тоже, кстати, по-моему, на прошлом стриме еще писал, что на халяву пошло. Нет, ребята, мы платили по полной все это дело. Там, друзья, вы знаете, там даже реальные пилоты летают за деньги даже больше, чем мы. Да, то есть мне сначала казалось, что пилотов есть какие-то поблажки, они там тысяч за две, за три летают, а оказалось нет, гораздо более дороже. Макс, мы не упадем, Алексей. Нет, не упадем. Весь у нас пока в небо летим. А, Диникс, опиши, пожалуйста, какие у тебя плагины стоят и про какой сим вообще идет речь. Поможет тебе. Друзья, у меня сразу вопрос, пока вот Диникс отвечает. Нормально ли нас слышно? Нормально ли слышно самолет? И самолет, я думаю, громко. Да, Сиздасов. У меня сообщение Артема вообще даже не высвечивается. У меня получается чат его, что ли, тоже забанил. Я сделаю чуть тише, если никого это не смутит. А, я написал Диникс и ФХТП. Господи, что же за стыд-то? Все, да, так. Да я хотел написать одно. Найс, я все понял, да, вот он. Стыд пролететь на тренажере. Ребят, я эту информацию не имею права озвучивать. Если очень нужно, напишите в личку во ВКонтакте, я скажу. То есть я не могу рассказать, но если очень хочется, то пожалуйста. То можно. Ну, блин. Все-таки. Обоих стримов все слышно. Ребят, у нас Лорик сегодня летит обзервером. Вот. Опять там собаку показываешь. Я с собакой. А я буду показывать Мадженту, ребят. Мадженту? Женю? Нет, просто Мадженту. Ребята, на самом деле, сегодня я уже написал в анонсе, сегодня себе я обещал на прошлом стриме, что полечу с Евгением Корисом, ну, Женя Маджента, да, герой, все его хорошо знаете, возможно, даже по реальным процедурам, но, к сожалению, у Жени не получилось на этой неделе слетать, собственно говоря, по этой причине. Я решил сделать такую ротацию. Мы очень давно не летали с Алексеем, и меня тоже многие спрашивали. И Леху, я думаю, тоже многие спрашивали, когда, чего полетим. Тем более, слушай, ты знаешь, что меня удивляет? Фу-фу-фу, ребята, мы сейчас летим в смарт-копилоте на XCG, и черт возьми, пока что все работает. А работает, потому что целая комьюнити его делала. Мы, когда с Васей летали, с комрадом, который... Вот, с первого раза зацепились, с первого раза сделали рейс, и как бы... Тут-фу, да, все ровно, аккуратно. Угу. Сейчас я вам покажу своего питомца. Секунду. Так, я тоже камеру наклоню, чтобы было видно. А это прям мелкого. Профессиональный питомец. Потом своя атмосфера. Вот так выглядит. На самом деле, ладно, это не то, что я, к сожалению, не вижу. А, ты мне в скайпе, что ли, скинул? Нет, 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 это я. Черт, я. Так. А, он тебе прям пишет в чат: добро пожаловать на борт? Да. Ссылку на Геленджик, ребята, Серега. И Лавров. В группе Луминар Ресерч, я так понимаю, да? Да, ребят, в группу Луминар Ресерч переходите спокойно, и все там есть. Но, к сожалению, летим с Йофи. Не надо, ребята, ничего. С Йофи мы всегда круто летали. Помнишь, как мы на одном двигателе из Касселгара с тобой взлетали? Да, было дело. Весело было. Не, ребят, на самом деле, меня почему-то многие спрашивают в последнее время, почему мало летаешь экипажем. Вот. Я, честно, потому что скажу, не на чем летать. Во-первых, да, первая причина — не на чем летать. А вторая причина, собственно говоря, по времени не всегда получается. Вот. То же самое с Женей. Мы очень давно собирались уже слетать. Мы с ним только в онлайне, в офлайне один раз прошлись, и все. Приятно лететь на вашем борту, Паша Талисман. Спасибо тебе. Макс, ты не заметил, как с тобой поздоровался Андрей, разработчик Envira. Андрей, я приношу свои извинения. Ребята, мы, кстати, слушай, а может пригласим Алексея? Этот... хороший очень Ан-2. Я его, честно скажу, не пробовал. С огромным удовольствием постараюсь его опробовать, но его, по-моему, надо. Ладно. Ёшкин кот! Охренеть!
нас дисконнект. Пипец. Пипец. Самолет неуправляемый, друзья. Пытаюсь стабилизировать. Накаркал. Накаркал я. Я тупо накаркал. Выводим из штопора самолет. Спеша, медленно опускаем интерцепторы. И я потихонечку стабилизирую самолет в горизонте. Я сейчас не хочу оторвать нам крылья. Потихонечку вывожу самолет. И теперь мы гасим потихоньку скорость.